Всем добрый день, здравствуйте. Имеется вот такой тросик ручника, но он уже весь сгнил, развалился, вон там трещины на нем. Короче, его надо заменить, он уже внутри даже не ходит. Был найден аналогичный, но он был маленько длиннее, вот примерно вот на вот столько длиннее. Ну, обрезать шлифмашинкой не вопрос, а дальше надо сделать вот такую головку. Сейчас покажу как. Для этого идем на центральный склад и находим какой-нибудь, ну, вот такой вот пруточек. Ну, у меня есть десятка с мягкого металла. Втыкаем в станок. Втыкаем в станочек, включаем. Ну, если у вас есть сразу пруток восьмерка, можно с восьмерки делать. Но у меня нету, поэтому делаем с того, что есть. Ставлю специально мягкое, поэтому, видите, режется такая она. Далее сверло на 2,7 в данной ситуации. То, что оно немножко с биением, абсолютно по барабану. После того, как просверлили, берем ручную сверлилку. Вот такая вот у меня есть. И аккуратненько снимаем фасочку. Готово. Можно отрезать. Так. Ну, такая пэцелка получилась. Итак, пока мы с вами там делали, ассистент у меня уже обрезал лишние концы. И сейчас вот вставляем. Тросик 2,6, сверло 2,7. Видите, легенько зашло. А вот длина у нас, ну, вровень с этим примерно. А дальше начинается интересно, ребят. Вот, берем вот такое вот приспособление. Вот, зажим гидравлический для электрических контактов, ребят. Все, давай двумя руками я телефон держу. И вот теперь он сейчас будет это все накачивать. Ну, я типа тоже помогаю. Он качает, качает, качает. Жмать сильно, ребята, надо от пуза. Вот, вот так вот, видите, вот дядька старается, от пуза жмет. Все. Вот так вот, разбираем. И вот такая красота получается. Стальная бабушка с какой-то, ну, не крепкой сталь, сталь 5, может быть, сталь 10. Ну, видели, да, на рисе она заворачивается мягкая. И вот этот вот маленький гидравлический пресс на 5 тонн, по-моему. Вот такой маленький гидравлический пресс вполне-вполне справляется с вот такими вещами. Все. Теперь ручник будет работать. Да, все. Ну, в очередной раз помог нам токарный станок. Можно и шуруповертом было, конечно, гайку просверлить, молотком забить. Но, ребят, вот смотрите. Вот так делает завод. Вот так делает завод. Вот черный, да, тросик, вот он, обрезанный. По центру крана это заводская, а вот это моя. Ну, наша, в смысле, да? Ничем не отличается. Да. Наши даже сильнее зажмотые. Ладно. Всем пока. Ремонтируйте свои тросики, если это вам надо. Ну, или вашим соседям.